А ты? Ноги не держат. Он сел. Надо дышать глубоко, еще глубже. Она все еще на меня пялит. Обычно, когда со мной сталкиваются взглядом, то сразу отводят глаза. Но, возможно, сегодня я впервые буду смотреть человеку в глаза. Вот как! 146-я страница книги. Говорить может даже обезьяна. Чтобы передать свои чувства собеседнику, смотри ему в глаза. Именно поэтому она смотрит мне в глаза. Другими словами, она хочет со мной поговорить. Ладушки, тогда я тоже. Они смотрят друг на друга. Сидят лицом к лицу. Эй, ты ведь Катай. Мать его! Гребаный пубертат, у меня сломался голос. Он теперь слишком низкий, чтобы говорить с кем-то. Сейчас он подумал, что я плохой человек. Катай, ты ведь до сих пор в школу не ходил, да? Если ты хочешь, то я мог бы показать тебе школу.